Йоу, ребятки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал, с вами Борода, это Tower of Time, и мы продолжаем проходить эту чудесную игру. Ну что ж, пошли посмотрим потайную дверь, которую нам удалось открыть. Так, вот это она. Опять-таки, колдун, который кидает паралич, но я предлагаю еще посмотреть, что в этой стороне. Возможно, здесь есть пару личных сундуков, которые я бы смог себе забрать и немножко улучшить себя. Так, здесь есть человек, живой человек, и я был бы не против, если бы он присоединился к нашей компании. Мы как раз-таки нашли скипетр, который я могу дать ему с удовольствием. Хорошо, давайте посмотрим, что он нам скажет, и присоединится ли он к нам, или будет убегать просто. Скорее всего, просто убегать. Очень жаль. На самом-то деле, я бы хотел, чтобы он все-таки к нам присоединился. И, возможно, это все-таки случится. Но немножко позже. Так, мы нашли телепорт. Здесь ключ понадобится, чтобы сюда пройти. Так, хорошо. Я предполагаю, что надо будет убить колдуна, который бросает параличи на нас. Так, ловушка! Черт возьми. Вот говно! Мы попали в ловушку, к которой я не был готов. Так, ну там есть Кейн. Кейн, о боже мой. Я еще и без Кейна, серьезно. О, нет. Кейн в ловушке, ребят, и я... Если честно, я не знаю. А что мне делать? А как? Я в соло должен быть? Черт возьми. Вот это я влип, друзья. Мне кажется, я очень сильно влип. Потому что меня, конечно, простите, но если это не так, то... Скажите, почему? Это просто пипец. Да я в соло не затащу ее. Никак. Это нереально просто, я вам скажу. Да убей же его! Хорошо. Если я разломаю решетку, мне интересно, я смогу его выпустить? Куда же ты кастанула? Сучечка ты моя. Как же все дерьмово теперь у тебя. Давай, 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 откройся. Отлично. Хили ее. Да не себя, боже ж ты мой. Вместо того, чтобы захилить ее, он захилил каким-то образом. И зачем-то себя, понимаете? Я не представляю, зачем это было сделано, но это факт, который является явью, понимаете? То есть я этого не придумал, именно так все и произошло. Почему так произошло, я понять не могу. Конечно же, мне это очень сильно огорчает, и я сейчас в одиночку должен тащить теперь всю каточку. Вместо того, чтобы сделать это вдвоем вместе с ней. Ну, и у него дамаг, вы знаете, больше намного, чем у меня. Поэтому с ней бы было больше шансов. В разы. Тут еще и чертов колдун вышел. Который вообще меня никак не устраивает. Давай, давай, давай. Надо добить лучника. Хорошо. Там второго лучника добить. Блин, два колдуна. Два колдуна нереально осилить. Уж меня, конечно, простите. Но я вам не волшебник. Вот вам и ловушка. Давайте еще раз попробуем. В принципе, здесь было это все возможно. Поехали. Хорошо, почти разрушили. Давай еще такой же выстрел. Еще! Ты должна справиться. Давай сюда еще пару залпов хороших. Продолжаем. Уходим. Укрытие. И мы должны сейчас ее сразу освободить. Хорошо, отлично. Пошли. Вот так вот получше, мне кажется. Да, ребят? Вот теперь можно поиграть. Ну что, сучечки? Держитесь. Сейчас будет хардкорненько. Давай куда-то сюда.
чтобы все-таки могла нормально прикрывать. И сейчас это кажется таким изи, не знаю. Ну, как по мне, так очень. Кажется, все хорошо получается, я никаких проблем не вижу. Так даже кастануть не успел, если честно. Потому что нету надобности, мы просто разносим их. Так, пошли дальше. Хорошо. Просто сокрушил. Просто разрушил в дребезги. Отлично. Так, исцеляю себя. Телепортируюсь к колдуну, убиваю его. А улучшится-то мне еще даже все хп, ребят. Она перед этим всю катку сама тащила, понимаете? Хотя, о чем мы уходим-то? Мы можем его убить спокойно. Ну, кстати, почти. Так, уходим. Давай, 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 не тупи. Добиваем одного колдуна. И добиваем второго колдуна, и это победа, друзья. Это очередная победа в копилочку. Великолепно, 100%. Давайте посмотрим, что с этой ловушки мы смогли вытащить. Так, перчатки, мне кажется, вот это перчатки для лучницы. Ну или же для колдуна, потому что нам в последнее время начали падать вещи под колдуна. Поэтому надо смотреть. Так, стоп. Девчонка. Да, это под нее все-таки перчик, хорошо. Ну что, она у нас приодевается понемножку, да? По-моему, преобразовывается, выглядит уже не так плохо. Посмотрим. Так, да, нам, наверное, сюда надо будет позже все-таки. Поэтому пошли, поднимемся обратно вверх. Убьем там. Так, вон, кстати, сундук пропустил. А, сюда я еще не попал. Говорю, пропустил сундук. Не пропустил, просто еще не дошел. Так, убиваем здесь. Возвращаемся обратно. Забираем сундук, мне кажется. И, в принципе, все. Идем дальше вниз. Потому что, мне кажется, мы будем все ниже и ниже в подземелье спускаться. Хорошо, посмотрим, на что ты способен. Так, комбо диффьюзер. Типа что-то босса будет или что? Походу, да, это будет что-то по типу босса, наверное. Так нет, он маленький. Ну, у него мало хп, не знаю. На босса он не смахивает. Так, стоп, 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 стоп. Блин, ну опять эта дурочка пошла слишком вперед. Тихо. Сейчас мы сделаем прыжок, когда его убьем. Хорошо, вот сейчас. Какого хрена он не умер-то? Это что-то новенькое. Я немного не въехал, почему не умер. Потому что, ну, типа, должен был умереть. И... И еще что я обратил внимание, у моего воина уже мало хп. С чем это связано, я не знаю. Но он сейчас умирает, и я умираю. И как это понимать? Да, смотри, я умер. И это только 23%. Жесть, не, это не тащи... Вот это не тащибельно, реально. Все-таки это нужно пропускать и отправляться дальше. Я даже не буду вверх-обратно подниматься. Потому что просто пока что не тащибельно. Они как-то вместе объединяются, и я ничего там сделать просто не могу потом. Так, хорошо, храм, алтарь. Так, здесь у алтаря ничего нету полезного, поэтому можно уходить дальше. Надеюсь, мне там под воду не надо будет. Что у нас здесь показывали? Кристаллы какие-то лежат просто. Ну а чтобы попасть в ту комнату, где сундук был, мне все-таки надо будет убить его как-то. Так, 11.3, это то же самое, что у меня сейчас, то есть ничего не изменилось. Хорошо, обратно появляется эта волшебница. Ага, вот, отлично! Вот как это работало, видите? Все-таки не пришлось мне обратно проходить. А надо было изначально вниз просто спуститься и все. Хорошо, золото спрятано было в могилке. Так, забрал. А, смотрим, что здесь есть. Возможно, что-то интересное. Так, нет, хорошо, пошли отсюда. Все, тогда поднимаемся наверх, в эту комнату. Возможно, ко мне все-таки колдун присоединится, и мы втроем сможем убить ту хрень.
Потому что в одиночку, ну, вдвоем, ее убить пока что, по крайней мере, невозможно, как мне кажется. Хорошо. Давайте откроем сундук. Опять-таки дубинка. Но это все мусор. Мне кажется, здесь это все можно будет где-то потом позже продать. А надо будет только понять, где. Так, вот еще золото вижу. Это сундук или нет? А, это то сундук, но не тот, который нам нужен. Так, если я не ошибаюсь, то... Что, здесь все, да? Мы сейчас где находимся? Мы вот это, да? Нет, стоп. Мы где-то вот здесь вот. Вот это вот мы. А мы вот здесь еще не были, получается. Давайте тогда сюда телепортируемся, пойдем вверх. Если там есть какой-то проход, то мы сможем туда добраться. Хорошо, все здоровы. Конечно, здоровы, мы погибли тогда. Вот у нас особого выбора-то и нет. Так, здесь никаких проходов нету, входов тоже. Да, вон вижу спуск есть, поэтому давайте посмотрим, что в этой стороне. Сюда мы так и не дошли, потому что мы поднялись вверх. Здесь очень много ходов, лабиринтов, и все надо успевать осмотреть. Так, хорошо. Ну, вот на этом, в принципе, здесь и все. Видите, здесь не так много было. Вот, золото пропустил. Кстати, я могу открыть эти двери, наверное. Я же ключ какой-то находил. Да, отлично. Не зря же мы ключи-то находили с вами. Меня сразу же встречает вот этот призрак, дух, которого я в прошлый раз не смог убить. Ой, ну давайте посмотрим, смогу ли в этот раз осилить. Я, если честно, сомневаюсь. Так, пошел я встречать. Это босс! Обалдеть. Мой первый босс, друзья, в этой игре. 93% шкала. Он использует мое здоровье, я так понимаю, да? Да, он восстанавливается за счет моего здоровья. Черт возьми, это плохо. Да, продолжаем файтить. Нам нужно как можно быстрее его убить, но как это сделать, я не знаю. Так, что он делает? Опять он крадет мое здоровье. Так, давай, воин! Покажи, на что ты способен. Все-таки мы в тебе нуждаемся, надо восстановить ему хп. И опять-таки мне подсказывают, что я все-таки что-то делал неправильно здесь. 44% здоровья у него. Черт возьми! Ой, это беда. Не, я не смогу ее спасти. А он восстанавливает вокруг меня хп. Как с этим бороться? Я не представляю просто. Все, мы оба пали. И я лучше не смогу сыграть никак. То есть мне, я предполагаю, нужно будет в город, наверное, сделать. Посмотреть, что там все-таки в городе. Может быть, я смогу как-то прикупиться или что-то в этом духе. Давайте посмотрим, тут вот броня есть, все дела. Кстати, а таверна есть здесь, таверна? Так, я могу ее тренировать, да? И его могу тренировать. А, окей, давайте тренировать. 200 золотых для того, чтобы поднять на следующий уровень. Давайте одновременно, мне кажется, лучше вот так вот. Здесь максимально. Еще двух героев я не открыл, то есть у меня будет команда намного больше, я так понимаю. Но пока что просто вот кто-то. Blacksmith, это что у нас такое? Здесь я могу крафтить свое оружие, улучшать доспехи и все в этом духе. Так, хорошо. Эрмори. Давайте, так, что мы улучшили? Мы улучшили свою защиту, просто взяв нажатием одной кнопочки. Серьезно? Интересно. Так, библиотека, кип. Так, ну здесь у нас добавилось характеристики, потому что мы улучшили уровень свой, повысили. Так, по четвертому уровню у нас показывает, если я не ошибаюсь. Так, хорошо. Да, сюда тоже в скорость пока что. Отлично. Так, по инвентарю у меня ничего тут добавить нету. А вот очки навыков. У меня тут 4 очка навыков, отлично. Так, плюс 10 очков. Так, ну мне вот это, хотя огненный скилл тоже хороший.
Знать бы еще, что правильно улучшать. Так, increased critical change. Так, ну шанс критического, конечно, лучше звучит, да, по-моему. Поэтому давайте возьмем. А, ну. Я понял, как это работает. Вот так вот, да? Или же вот так вот и вот так вот. Хм. 5 очков, вот эта хрень жрет 3 очка. И крит тогда могу взять, да? Хорошо, давай попробуем. Давайте попробуем тогда так. Вот такая вот разветвленность идет. Я взял критический. Посмотрим, насколько это будет продуктивно. А здесь тогда смотрим. У меня тут не особо много всего. Я думаю, имеет смысл мне изучать больше все-таки здоровье, потому что это меня спасает сильнее всего. Так, 40. А восстановление не 8 секунд, а 7 секунд. Так, давайте больше, выше. Так, вот здесь тогда сделаем так. А больше я тут ничего изучить не могу. А здесь тогда что? Тут аура появляется, а тут у нас касты меньше делаются. Да, давайте тогда сделаем вот так. У нас, видите, не очень много распределения есть возможность. То есть, как вы видите... А здесь очко не хватает. Хорошо, я понял. В лучнице все-таки более приятные такие распределения идут, нежели у нас здесь. Так, мы прошли башню на 21%, и это очень мало. Впереди нас ждет еще много всего. Это жесть. Ну что, друзья... Я думаю, на этом мы с вами закончим этот выпуск. У нас был более такой крафтовый, улучшали все. Улучшили героев. Надеюсь, в следующем выпуске мы уже увидим, насколько они хардовее стали и более продуктивны. Всем спасибо, пока-пока.